Привет, друзья! Если в комнате не хватает места, а стиральную машину хочется разместить в узкий шкаф или под кухонную столешницу, тогда вам стоит рассмотреть варианты покупки компактной узкой модели. Такие машины имеют гораздо меньший профиль, и из-за этого небольшой минус – в них меньше места для одежды. Но в остальном по качеству стирки модели не уступают более крупным аналогам и отличаются высокой мощностью. В этом видео мы предлагаем рассмотреть топ-5 узких стиральных машин. На пятом месте нашего рейтинга расположилась стиральная машина от компании Samsung. Объем машинки позволяет загрузить в себя до 6 кг. На внутренней поверхности барабана Diamond предусмотрены отверстия, благодаря которым в момент стирки образуется воздушная подушка, которая препятствует повреждению ткани. Среди преимуществ – небольшой ассортимент автопрограмм на все случаи жизни, качественный отжим и почти бесшумная работа. Предварительная стирка позволяет запустить работу таймера в удобное для вас время. Устройство имеет дополнительные системы безопасности, такие как защита от детей, защита от птичек и стабилизатор напряжения. К плюсам отнесем устойчивость при отжиме, наличие дисплея, то, что машинка не беспокоит во время ночной стирки, большой объем загрузки и возможность выбора температуры стирки. Ну а к минусам то, что мелкие вещи застревают между резиной. На четвертом месте расположилась машинка от компании Candy. Глубина барабана машинки составляет всего 40 см, при этом загрузить в нее можно до 7 кг белья. Загрузочный люк расположен выше, чем у большинства других моделей. Широкий выбор автопрограмм, среди которых таймер отсрочки, суперполоскание, режимы для стирки спортивной одежды, одежды из джинсовой ткани и детских вещей. Система безопасности включает в себя функцию защиты от детей, контроль пенообразования и дисбаланса. Технология Mix Power System позволяет стирать белье разных цветов одновременно, а технология барабана Shatsu улучшает качество стирки. Теперь о плюсах данной модели. Таймер отсрочки начала стирки до 24 часов. Индикация время до конца стирки, автовзвешивание и интенсивное полоскание Aqua Plus против аллергии. Ну а из минусов то, что машинка шумит при заполнении и сливе воды. На третье место нашего рейтинга попала стиральная машина от фирмы Bosch. Загрузочный люк этой стиральной машины открывается на 180 градусов, а загрузка белья составляет 5 кг. Среди автопрограмм быстрая стирка, предварительная стирка, стирка спортивной одежды, стирка шерстяных вещей и стирка в большом количестве воды. Функция Speed Perfect сократит время стирки примерно на 65% за счет увеличения температуры нагрева, а благодаря Eco Perfect экономия электроэнергии составит 30%. Из плюсов у этой модели хорошая устойчивость, программа ночной стирки, ручной выбор температуры, дополнительное полоскание, дозирование воды по степени загрузки и типу ткани, а также таймер отсрочки, который составляет 24 часа. Но из минусов то, что машинка сильно шумит при отжиме и на резинке бака скапливается вода. На втором месте расположилась стиральная машина от фирмы Zanussi. Отличительной чертой этой модели является удивительное сочетание компактности и большой вместимости. Глубина барабана составляет 38 см, при этом объем загрузки составляет до 6 кг. Благодаря технологии Fuzzy Logic устройство определяет тип белья и распределяет правильное количество моющего средства для его стирки. К стандартным приложениям добавлены специальные функции для экономичной стирки, предотвращения сминания и программа стирки смешанных тканей. На машинке есть небольшой экран, который показывает информацию о температуре воды, режиме и других текущих параметрах. Плюсом этой стиральной машины отнесем режим предотвращения скручивания одежды, технологию Fuzzy Logic, большой объем загрузки, защиту от детей и 14 автопрограмм. Ну а из минусов – это сильный шум при отжиме, поэтому режим ночной стирки использовать неудобно. На первое место нашего рейтинга попала стиральная машина от фирмы LG. Помимо функциональности, эта модель является одной из самых стильных в нашем рейтинге. LG F1096SD3 будет не только помощницей по хозяйству, но и настоящим украшением комнаты. Объем загрузки составляет 4 кг. Модель характеризуется минимальным энергопотреблением и относительно низким потреблением воды – 39 литров. Среди основных режимов следует отметить стирку деликатных тканей, пуховых вещей и смешанных тканей. Благодаря таймеру отсрочки работу машины можно отложить на 19 часов. Функция самочистки барабана позволяет сохранять чистоту машины, удаляя из бака нерастворимые моющие вещества. Теперь о плюсах этой стиральной машины. Производитель дает 10 лет гарантии на привод. Она тихая в работе, сама очищает барабан, можно менять режимы во время стирки, в ней есть 13 автопрограмм и можно выбрать температуру стирки. Ну а из минусов небольшой объем барабана.
мы рассмотрели 5 моделей узких стиральных машин от компании Samsung, Kandy, Bosch, Zanussi и LG. Благодаря небольшим габаритам и высокому качеству стирки LG F1096SD3 получает первое место. Ну а на этом все. Надеемся, это видео поможет вам в выборе стиральной машины. Если вдруг у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях. Ну и не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Спасибо большое за просмотр и до новых встреч!